приглашаю вас на мой новогодний семинар, который называется «Программирование 2023 года». Перейдите на мой сайт duiko.guru и ознакомьтесь с лендингом. Это называется рекламная афиша данного вебинара. Для кого этот семинар? В данном семинаре я традиционно даю базовые и проверенные знания и техники, эзотерические методы, которые нужно использовать в новогоднюю ночь и рождественские праздники. Данные методы помогут вам запрограммировать свой год и защитить себя от возможных неприятностей, привлечь в свою жизнь успех и фортуну. Информация будет полезна и проста в изложении для любого, независимо от количества его эзотерических знаний. Для нас всех 2022 год оказался сложным годом испытаний, но жизнь не бывает без сложностей и степени роста. А вы можете себе помочь эзотерически сделать для себя этот путь более успешным и безопасным, ускорить счастливые события в своей жизни, в жизни семьи и близких. Именно это и будет происходить на моем новогоднем семинаре, который я традиционно буду проводить. Сейчас год духовности, год Юпитера, год Брихаспати. В 2023 году Новый год будет входить звезда Гесера со стороны юго-запад, именно направо в лицо на юго-запад от входа. Сможете, сложив руки, попросить Гесера забрать ваши неприятности. Цвет, с которым лучше встречать данный год, в данном году там бла-бла-бла, что необходимо кушать год. Планета Юпитер, мантра, которую нужно читать, вот такая. Что необходимо одевать на себя, какая дошу пост держать. Самая важная практика этого года, что представлять. Итак, вот какие будут практики, вот допустим. Чтобы закончились проблемы на Новый год в течение первых дней, мысленно представляйте, что вы из своей груди достаете цифру 8 и бросаете ее перед собой в огонь, который тоже нужно представлять, ваша жизнь быстрее выровняется. Два, чтобы желание исполнилось, напишите на белой бумаге ручкой слога «Хам». Далее свое одно желание и слово «Акасай». Бумажка пусть один год хранится, желание исполнится. И вот таких пунктов здесь, чтобы вы знали, аж я их сейчас все не прочитаю, а просто некоторые скажу. Если хотите, чтобы у вас родились дети, делайте так. Чтобы быть с деньгами, делайте так, скажите слог такой. Чтобы в этом году хорошие события, возьмите это. Пожелание там то-то. Чтобы продать что-либо, сделайте так. Чтобы выйти замуж, сделайте так. Чтобы везение сопутствовало, носите это. Чтобы женщина хорошо относилась, влюбились, оденьте вот это на новое. Чтобы хорошо нравиться, сделайте такой обряд. Чтобы обрести здоровье, скажите на юго-западе там то-то. Чтобы нейтрализовать любую магию, нарисуйте что-то там, носите на себе, выбросьте. Чтобы год был счастливым, ешьте то-то. Талисман от проверок сделайте на Новый год. Талисман счастья сделайте на Новый год. Если на протяжении года перед засыпанием в темноте представлять то-то, будете выздоравливать. Чтобы молодость сохранить, сделайте так. Чтобы не было разногласий, возьмите там то-то, приготовьте то-то, все съедят, будут счастливы. Дети, чтобы были спокойными, подарите им это. Чтобы человек бросил пить, сделайте так. Чтобы взрослые дети не психовали, чтобы спокойствие, стабильность пребывали. Чтобы исчезли вредные привычки, на бумаге красным нарисуйте ромб, написать в середине слова, которые я дам в первых числах праздники, произнесите то, что я скажу. Чтобы не было фобии и мании в вашей семье, возьмите черную нитку, там бла-бла-бла. Для того, чтобы вас не обворовали, храните где деньги, обязательно ложите то-то, несколько, будет очень прибыльным год. Для того, чтобы люди не хотели вас на протяжении года занимать деньги, носите на себе, и что носить, написал. Чтобы определить, в чем жизни заниматься на Новый год, когда будет полнолуние, положите, посмотрите, скажите, сон приснится, вам покажет. Если увидите на солнце на празднике, скажите два брата то-то, так и мне то-то, доход увеличить. Чтобы все хотели выйти на работу, не было тунеядцев, сделайте так-то, это. Чтобы все в семье помолодели водичкой, там то-то сделайте. На год скажите, для того, чтобы все, кто в вашей семье на протяжении года уважали, во время праздников подарите такие обереги, как его сделать, скажу. Ну и так далее. И таких аж 60 пунктов. Также я еще раз напомню, как провести обряд со стрелками курантов, как попробуем изготовить специальную мантру своего желания на 2023 год. Я объясню еще раз, как это все нужно сделать. Одним словом, данный вебинар я его проведу один раз. Каждый год я даю какие-то отдельные обряды, обычно это 50-60 обрядов, проведя которые несложные, там водичкой, там то-то сделай, там так сиди, так смотри, то одевай, то пей, то ешь, тем угощай, туда не ходи, туда ходи, для того, чтобы год был успешным.
Не знаю, как у кого, я тоже обычно провожу такие обряды. Мне они очень нравятся, потому что это наполняет Новый год такой магией, какими-то необычными такими элементами необычного поведения. Это все пропитано такой вот магией, эзотерикой, необычностью. Ну, знаете, после этого и везет, и появляется счастье. Знаете, 3 декабря в 18:00. Также каждый участник получит от меня бесплатно мой семинар, который называется «Привлечение фортуны», где я дам 30 мантр привлечения фортуны и там, по-моему, 11 обрядов и 5 или 6 янтр. То есть нарисуй так, носи так, произноси это,